Здравствуйте, с вами Василич. Попросили показать, как делаю майонез свой в домашних условиях, не с магазина приобретенный. Я уже неоднократно там по порциям предлагал. Ну, на данный момент вот я взял небольшие 3 яйца, ну, потому что делаю для себя и маленько изменились это самое у меня граммы, что входит в состав майонеза. Это 3 куриных яйца, лимон. Лимон я раньше на яйцо брал ложку. Сейчас вполне хватает, чтобы кисленьким не было это самое для свертывания, взбития. Нашего майонеза хватает ложки сока лимона. Ну, можно и развести это самое маленькое кислоты, ну, лишь бы кислое было. А также кислое вот это вот варенье будут, вот майонезы же сейчас разные делают, со вкусом там той ягоды. Вот, можно выйти. Ну и соли, где-то чайная ложечка соли и пол-литра подсолнечного масла. Все. И вот еще хочу предупредить. Когда вы будете, должны яйцо взбивать и, опираясь на эту стенку или ту стенку, как вам, не посередине плюхать яйцо, а разбить, чтобы оно стекло и встало под углом, было разбито яйцо наше. Вот. Такая фишка. И когда все будет готово, покажу. Вот видите, какой состав. Яйцо у нас здесь. У нас здесь яйцо будет находиться. Ну, вот оно. Разбитое только яйцо будет. И мы. А здесь вот эта сама колба. Ставим под углом, чтобы у нас желток между стенкой находился. И начинаем блендерить. Ну, вверх-вниз это самое. Чтобы у нас желток смешивался с белком. И такие как круг. Ну, сориентируюсь по месту, я покажу, как бы круговые движения можно делать, или вверх-вниз, и начинаем взбивать. И получится у нас майонез. Так, значит, беру я колбу, показывал. Вот. Беру колбу. Вот эта часть ее разбиваю, и вот наше яйцо, стараюсь, раз, оно пошло. Получается, видите, целенькое яйцо у нас сбоку. Второе яйцо, ну, яички так будем складывать. Раз, придерживаю, и она бы не рассекается, целым ложится на дно. Вот
Одна. Так. Теперь делайте, пытайтесь, очень хорошо получается с первых, говорится, сразу. Теперь можно, ну, смотрите, как любите, сладкий, не сладкий, но я делаю вот полностью сахару набираю и как бы разравниваю меньше. Ну, в таком количестве ложечку. И сверху по размеру емкости мы как бы его по сторонам разбрасываем, оно падает вниз. И смотрите, можно и с горчицей делать, и, в общем, что только ничего. Ну вот, чайную ложечку я беру соли. Нормально. Кто любит посолений, то можно соли и побольше. Вот. Теперь вот лимон наш. Запах. Ну, длинный я такой узкий беру для того, если вот я 3 ложки, когда делаю, то прокалываю ячейки и больше, быстрее занять, чтобы выделилось соку лимона. Теперь беру я вот ложечка и выдавливаем лимон. Ну, он сочный, не знаю, быстро. Я потихонечку нажимаю, чтобы не облить, не залиться. Вот. Лимон у нас. Видите, ложечка. Вот косточка у меня упала сюда. Ничего страшного. Мы сок вот так вот туда. Косточка остается здесь, сюда. Это не надо, это тоже не надо. Это уже все. Теперь, как я и говорил, вот, видите, яйца там целенькие, куриные, видите. Вот. Теперь настраиваем остальное. Все. Зацепление. Раз. Все нормально, хорошо. Беру я. И как уже показывал, что буду я вот под углом ставить его. Вот. Не так вот прямо, а под углом ставить и прикрывать наш желток. Придерживайте как раз емкость и включайте. Ну и смотрим, регулируем, как вам жиденький надо или густой. Вот получается, видите, нежненький. Все. Перед этим, вот вы можете там и
любая есть ягода, добавлять и блендерить все. Теперь еще вот у нас же ложечка есть, для себя. Если вы не уверены или первый раз, сколько вам сахара надо или соли, как солено будет, не солено, уловить на ваш объем. Можете на одно яйцо, два яйца, три яйца. Ну, это высчитайте, сколько масла надо. Ага. Берете. Вот, майонез я вот так вот. И пробуйте. Поймал нотку, свою нотку, но вкусноту майонеза. Можно и посоленее сделать, и это, я говорю, если нравится, не нравится, можно добавить. Угу. А здесь не растекается, что жидкий или что, как это, твердый. Угу. Соли маленько, потому что мне нельзя соли много. А так классически, если вообще за уши не оторвать, можно было бы еще добавить соли. Вот так вкус. Нормальный, хороший. Вот. Ну, еще пару раз и готово. Все. Убираем теперь баночку. Или что вы храните? Можно будет перекладывать. Вот. Густой какой. А. Пожалуйста. Пожалуйста. Какой? А. Что не жидкий. Ну, можно сделать и жидкий, никто не говорит. Ну, добивается, что обычно. О, жидкий там, это самое, ага, и все такое прочее. А здесь вот вы видите, даже я сейчас покажу ложечкой, видите, вон сколько его убирается, это все в баночку у нас, в баночку. Ну как оно? В баночку. Видите, какая? Настоящий майонез, сделанный Васильичем. Не, ну, большой перехват. Сейчас я вот был в магазине, я подошел и резко проходи мимо Васильича. Думаю, наверное, придется делать. 200 грамм упаковочка, там упаковочка вот такая вот, стакана нет. 50 рублей. 50 рублей. Вот. Да если взять это вот, ну вот на 50 рублей, зато это самое, полкилограмма. Ну, где-то так вот. Ай, давайте я. Баночка прибыла. Баночка. Видите? А душа поет и радуется, что это. И вот знаешь уже, что уксусу нету. Добавляют там, а сейчас технологии уксуса. Бодяжат, ага, вот для связки там, все там,
наименование 15, наверное, F2, там, Сим-Сим, откройся, Сим-Сим, отдайся, Сим-Сим, закрепися. Вся, наверное, это самая карта Менделеева вот эта вот. А здесь лимончик. Ну, знаете, хоть он не сам выращивал, так везут, питаются, это расходится вагонами. Приучили нас, так что ж, нормальных. А подошел я это сделать там. Свежести, ну, сухие. Тут, я говорю, дай лимона. А он на меня смотрит такими глазками. Я говорю, дай лимона. Что надо? Дай лимона. Лимон. Кислый такой это. Он на меня, я на него. И кто кого догнать не может. Я-то шел своеобразно, что шел, думаю, вот когда подошел, посмотрел цену, думаю, надо сделать все. И там посреди зала магазина ездил большой магазин в город. Стоит, продает сухофрукты, там это. Ну, что надо взять? Лимон взять. Ну, яйцо там. Сахар, соль есть. Самое главное, это масло, думаю, нет еще взять. Или есть тоже. Самое главное, лимон. Остальное все есть, можно сделать. И вот подошел, дай лимон ему, говорю. У меня-то ассоциация, что вот лимон делать свежий. А он смотрит это, ага. А там через дальнем углу... Ну, что там стоит, я не знаю, столешница или что, через два места это, свежий лимон уже. Тут у нас лимон, сухой вон лимон есть, бери. Я говорю, да нет, мне жидкий надо, свежий надо. А свежий вон там. Я говорю, да я уже проходил там, не надо было, вот сейчас шел, понадобился. У меня сухой, иди туда. Вот, взял, привез, делай, пожалуйста. То есть, сделал, надо, чтоб, как, жидко, надо вот сделать вот так вот. Положил он маленько, но разводится он вот так вот, и в салатах идет хорошо. Ага, в общем, красоту делает и вкусовые. Для себя вот это вот качество нужно сделать. Хоть что делай, душа будет радоваться. Душа радоваться. Так что, вот так. Многие же вот и берут даже в магазин и вот это вот магазины открывают и на кусочек хлеба майонез мажут, то есть едят. Здесь, пожалуйста, если хотите, любите там, все любит на кусок с утра пораньше. Да даже и не так. Что промежутки дня или там блюда есть, вот, горчицы, вот, перчику добавить, вот, там даже можно соку добавить, если жидко хотите сделать, или же пюре, как ягоды там. Ягоды потолочь до сюда. Вот. На кусочек хлеба это вообще отмен.
без всяких е-е-е-е-е-е красителей, белителей. Вот. Таким образом, у нас приготовлена вот такая вот провинциальный провинциаль, но майонез натуральный. А. Вкуснятина. Вот. На этом все. Другой раз только банка отлетает. Галя просит. Гале надо. Самому надо. Я вообще-то ему не ем. Нет, для салатов и везде. Ну все, пока-пока.